Мистер Моран, будьте осторожны. В этом месте творились недобрые вещи. Спасибо, я постараюсь. До встречи. Этот замок был построен еще в Средневековье, в 1640 году. В нем проживали знатные люди, но у большинства из них жизнь заканчивалась здесь же в молодом возрасте. С тех пор он стал считаться проклятым местом и был заброшен приблизительно в середине 19 века. Что же, я думаю, это идеальное место для моей работы. Потрясающе. Мистер Моран! Мистер Моран! У меня письмо от вашей супруги. Оно задержалось из Эдинбурга на месяц. Дорогой Генри, я до сих пор не могу понять, почему ты оставил меня с детьми. Они вынуждены жить без отца, постоянно думая, когда же он вернется. Зачем ты покинул нас? Неужели ты думаешь, что эта картина действительно принесет тебе прибыль? Почему ты бросаешь все и мчишь на край света ради нее? У меня возникает все больше вопросов, и я непременно жду ответа на них. С любовью, Элизабет. Проклятие! Здесь кто-то есть? Возможно, это просто ветер. Что же здесь творилось? Постойте. Мистер Моран? Да, это я. Меня зовут Себастьян Грегсон. Я прибыл сюда по просьбе вашей супруги. У меня для вас письмо. Проходите. Мой милый Генри, я не дождалась твоего ответа, и поэтому решила написать первой. Я беспокоюсь за тебя. Ты живешь неизвестно где, не пишешь писем. Может быть, у тебя появилась другая женщина? Ты все больше отдаляешься от меня и детей. Мое письмо тебе доставил мистер Грегсон. Он хороший человек, опытный доктор. Расскажи ему все. Я не смогу навестить тебя. Мне не с кем оставить детей. Черт! Почему вы так рассержены? Она думает, что я ненормальный? Что я болен? Мистер Моран, вас никто не называл больным. Давайте все разъясним. Что вам от меня нужно?
Вы приехали сюда писать новую картину. Вы знаете, какая дурная слава у этого замка? Знаете, сколько здесь человек попрощались с жизнью? Я знаю об этом месте, но и только здесь я нашел нужную мне атмосферу и вдохновение для картины. Я почти закончил ее. Она будет готова через несколько месяцев. Я понимаю вас, но и вы должны понять меня. Я и Элизабет очень беспокоимся за вас. Люди сходят с ума от одиночества, мистер Моран. Вы не должны уходить с головой в работу. Я даю вам время до сентября. Затем я вернусь за вами. Постойте. Вы слышите это? Они говорят. Вы? Это письмо от Элизабет. Мистер Грегсон мне все рассказал. Ты замкнулся в себе. Ты забыл про нас. Я больше не могу ждать Генри. У меня кончаются деньги. Я собираюсь в Лондон к своим родителям. Дети уже не помнят тебя. Я сказала им, что их отец пропал без вести. Прощай. Почему все так получилось? Эта картина мой шанс. Она принесет хорошие деньги. Почему вы считаете, что я болен? Неужели вы не видите их? Прошу тебя, Генри. Я не один. Эти люди вокруг меня. Только они всегда молчат. Здесь никого нет, Генри. Элизабет пыталась предостеречь тебя в своих письмах. Я хотел помочь тебе, но ты не желал никого слушать. В кого ты превратился? Нам пора, Генри. Я не сумасшедший. Не сумасшедший. Я не сумасшедший. Я не сумасшедший. Не сумасшедший. Я не сумасшедший.